вечные тайны неба. Они волнуют непознанностью своих законов. Кажущаяся недоступность вечно безмолвных космических просторов рождает безудержную смелость фантазии, желание проникнуть туда, вглубь Вселенной. И дело не в праздном любопытстве. Познавая многообразие окружающего нас мира, мы расширяем наши знания о Земле, о ее прошлом и будущем. Венера. Именно на ее примере легче всего проследить законы развития планет. Изучая Венеру, мы как бы листаем страницы увлекательной книги о ранней геологической истории Земли. Космическая техника открыла принципиально новые возможности исследований. Полученная в полетах информация о космическом пространстве, Венере и окружающей ее атмосфере имеет не только исключительную научную ценность. Созданы автоматические станции, успешно преодолевающие все трудности, которые несут в себе космические дороги. Посадочные аппараты станций способны работать на поверхности Венеры в экстремальных условиях. Телекамеры, доставленные на Венеру, помогли увидеть далекий мир в его-то то ли неизвестном цвете. Этот мир оказался во многом поразительно необычным для нас, живущих на прекрасной голубой планете Земля. В 1983 году научно-производственным объединением имени Лавочкина в сотрудничестве с другими коллективами была создана новая венерианская станция. С орбиты искусственного спутника планеты два аппарата осуществили радиолокационную съемку ее полярной области. Впервые в мировой практике получена радиолокационная карта, интересующая ученых части поверхности Венеры с исключительно высоким разрешением. Многое теперь знаем о Венере. Но сколько непонятного еще остается за гранью наших представлений? Нет, нить ведущихся исследований не может, не должна быть разорвана. Во имя дальнейшего познания законов Вселенной и уходят одна за другой на космические орбиты автоматические станции, воплощающие в себе все лучшее, что есть в современной науке и технике. Кометы. Среди многих небесных тел есть такие, которые многие века привлекает к себе особенно пристальное внимание человека. Необычность их форм, большая протяженность, внезапное появление и исчезновение на фоне практически неизменного неба всегда удивляли людей. Так уж получалось, что редкое их появление на небосклоне почти всегда считалось знаменем крупных событий. Зачастую их принимали за вестников несчастий. Английский астроном Галлей, изучая орбиты комет, обратил внимание на то, что в определенные годы наблюдались появления одной и той же кометы. Он предсказал, что эта комета вновь появится около 1758 года.
Так и произошло. В память о блестящем предвидении Канете дали имя Галлея. Теперь мы знаем, в хрониках отмечено уже 29 ее возвращений, в том числе и последнее, в 1910 году. В 1986 году будет 30-е. Так почему же нас так интересуют кометы? Говорит академик Сагдеев. Один из кардинальных вопросов космогонии, того раздела астрономии, который занимается изучением Солнечной системы и ее составляющих, вопрос о происхождении. Как все-таки возникло все это вещество Солнечной системы, которое предположительно первоначально было сплюснуто в такой плоский газово-полевой диск? И как оно затем стало распадаться на отдельные элементы? На этот вопрос очень трудно ответить, изучая только то вещество, с которым мы имеем дело на планетах, на Луне. Оно прошло многократную переплавку. И кометы, большую часть своего времени проводя на периферии Солнечной системы, в глубоком вакууме и при очень низких температурах, по-видимому, лучше всего сохранили информацию о прасолнечном веществе, о веществе, каким оно выглядело в самые ранние моменты возникновения Солнечной системы. Это один из важных вопросов. Второй вопрос, какой путь эволюции могли пройти эти малые тела? Мы впервые имеем дело с телами столь малого размера, малой массы. И, в общем, это вопрос, который был поставлен еще в глубокой древности. Совершенно ясно, что для решения узловых вопросов о природе происхождения и эволюции комет требуется наблюдение с близкого расстояния. А это может сделать только автоматическая станция. Институт космических исследований создал инженерную модель кометы Галлея. В ней на основании всех имеющихся данных определены основные ее характеристики. В 1981 год в цехах НПО имени Лавочкина полным ходом шла отработка станции. Именно в это напряженное время КБ завершило выпуск проекта на новую экспедицию. На совещании у главного конструктора Ковтуненко были подведены итоги этой работы. Проект он по себе уникальный, многоплановый, предусматривает три главные задачи. Это задача аэростатного зонда, плавания в атмосфере Венеры, для того, чтобы определить циркуляцию Венеры атмосферы. Вторая задача это посадка непосредственно посадочного аппарата, забор грунта и его анализ. Эту задачу мы делали. Но, во всяком случае, любое повторение, оно дает дополнительные данные для науки. И особенно ответственной задачей, это у нас третья задача, исследование кометы Галлея. Заместители главного конструктора Кремнев и Серебренников доложили о двух первых задачах. Такая система, плавающая в атмосфере Венеры, создана впервые, представляет из себя аэростат диаметром более 3 метров, который существует порядка 2 суток в атмосфере Венеры. Вторая задача 5ВК, забор грунта. Известно, что в 81 году эта миссия была успешно выполнена, но сегодня машина будет лететь на другую сторону Венеры, на ночную сторону Венеры. Проведенные баллистические и энергетические расчеты показали, что новая экспедиция может не только осуществить исследование Венеры, но и с помощью того же аппарата провести серьезные изучения кометы Галлея. Проект получил название «Вега». В экспедиции сохраняются, в принципе, все основные этапы, неоднократно приводившие станции к Венере. Thank you.
Однако теперь проводимые на траектории перелета коррекции обеспечат впервые доставку посадочных аппаратов на обратную сторону планеты. В составе спускаемого аппарата к планете доставляется еще и аэростатный зонд, совершенно новый для межпланетной техники аппарат. Перемещаясь вместе с атмосферой Венеры, он будет вести научные исследования. Принципиальные отличия и в траектории орбитальных аппаратов. Раньше они облетали Венеру слева, теперь справа. С помощью маневра увода высота перицентра орбитального аппарата достигает 25-39 тысяч километров. Орбитальный аппарат, как и прежде, будет не только непосредственно ретранслировать информацию с посадочного аппарата, но и запоминать ее, и в последующем неоднократно списывать в сеансах связи. Траектория облета выбрана так, что под влиянием гравитационного воздействия Венеры аппарат направится на траекторию встречи с кометой. Наземные астрономические станции многих стран, объединенные в единую сеть, будут определять положение кометы и обмениваться информацией. Так будут уточнены координаты кометы на момент встречи ее со станцией и проведены необходимые коррекции. Наиболее сложная задача проекта изучение пролета на заданном удалении от кометы потребовало внесения ряда принципиальных изменений в базовый венерианский аппарат. На станции установлен более информативный радиокомплекс. Это позволило увеличить скорость передачи более чем в 20 раз, что особенно важно, когда аппарат окажется вблизи кометы. Увеличение энергопотребления, особенно в прикометных сеансах, явилась причиной изменения панели солнечных батарей и автоматики системы электропитания. Пролет станции кометы создает сложную ситуацию. В это время остро направленная передающая антенна должна быть ориентирована на Землю. Панели солнечной батареи на Солнце. А научные приборы на комету. Проработки показали, что наиболее оптимально жестко закрепить на корпусе станции антенну и панели. А научные приборы должны быть установлены на автономной поворотной платформе, которая должна отслеживать положение кометы в пространстве. В процессе полета она находится в сложенном положении. По командам с Земли, еще до подхода станции к комете, платформа устанавливается в рабочее положение и проходят необходимые проверки. Телевизионный датчик наведения, в качестве чувствительного элемента которого используется матрица ПЗС, ищет комету, определяет угловые координаты ее энергетического центра, выдает сигналы управления на платформу, обеспечивая не только захват кометы, но и точное наведение узкоугольной телекамеры на нее.
Эта камера не только передает изображение кометы на Землю, но и берет управление платформой на себя. Система захвата и сопровождения кометы задублирована аналоговым датчиком наведения, в основе которого чувствительный элемент – фотодиодная матрица. Так телевизионные системы и научные приборы, установленные на платформе, работающие в режиме самонаведения, не потеряют цель. Свидание с кометой имеет еще одну особенность. Газ и пыль, окружающие ядро, представляют для станции особую опасность. Значит, нужно не только оценить вред, который они могут принести, но и найти средства противодействия. К решению этой новой, никогда ранее не встречавшейся задачи был привлечен ряд институтов Академии наук СССР. В содружестве со специалистами НПО был проведен значительный комплекс теоретических и экспериментальных работ. Математическое моделирование и расчеты показали, что частица, ударяя в экран, создает при этом сверхплотную плазму, импульсное давление величиной порядка 40-60 атмосфер. Следовательно, нужно выбрать характеристики преград, способные противостоять этому сокрушительному натиску. Толщина экрана, материал, композиция – вот все средства, которыми располагает конструктор. Изучение последствий бомбардировки защитных экранов пылевыми частицами в земных условиях можно осуществить только во взрывных камерах, лазерных установках, ускорителях. Только в них можно воссоздать, хотя и приблизительно, немыслимое по нашим земным меркам давление, которое у кометы будет воздействовать на экран в течение исключительно короткого времени при ударах. Испытания показали, что решать эту проблему борьбы с пылью нужно каждый раз по-разному. Конструкция защитного экрана, разработанного на основе пластичного алюминиевого сплава, зависит от устройства, которое ему доверено охранять. Ряд элементов станции защищены двухслойной конструкцией. Бортовые кабели и трубопроводы трехслойные. Незащищенными остались панели солнечной батареи. Но даже если с ними случится непоправимое, прикометный сеанс будет продолжен от буферной батареи. Точная ориентация станции по отношению к комете позволила уменьшить поверхность, требующую защиты. На борту станции есть прибор «Фотон», который имеет большое значение для будущих полетов к кометам. Измерив количество соударений с пылью, он покажет, насколько расчеты совпали с реальностью. Аэростатный зонд. Этот аппарат, не имеющий земных аналогов, создавался впервые. Конструкция, обеспечивающая введение его в действие после длительного полета, система измерений, служебная аппаратура, надежность функционирования, материал, из которого он должен быть изготовлен. Любая из этих проблем требовала безошибочных решений. Сложность создания зонда была вызвана и тем, что материал для его оболочки должен удовлетворять многим условиям. Выдерживать повышенные давления по мере постоянного ее нагрева, то есть иметь малую газопроницаемость с тем, чтобы обеспечить дрейф зонда над планетой в течение заданного времени.
должен выдерживать значительные усилия на разрыв. Быть устойчивым к воздействию серной кислоты, капельки которой, как известно, присутствуют в венерианских облаках, и удовлетворять еще многим другим требованиям. Выполнение всех этих задач обеспечивает фторлоновая ткань. Материал материалов, а вот какова прочность сварных швов, без которых нельзя создать оболочку. Прочность швов, как и заделка полюсов оболочки, в норме. Успешно прошли и испытания макетной оболочки в условиях, близких к реальным. Пройдет время, и такой шар, аэростат, один из важных элементов предстоящей экспедиции, поплывет в далеком небе Венеры. Пролетный аппарат у Венеры. Для измерения средней скорости циркуляции атмосферы необходимо точное определение координат и скорости перемещения аэростата. Это осуществляется методом интерференции. Излучение бортовых высокостабилизированных радиопередатчиков пролетного аппарата и зонда на международной волне принимаются наземными станциями. По измерениям определяется разность координат зонда и самой станции, привязанной к Венере с большой точностью. Тем самым положение зонда тоже привязывается к поверхности планеты. Включение в этот эксперимент радиотелескопов международной астрономической сети позволит это сделать по всему дрейфу зонда. Посадочный аппарат не претерпел существенных изменений. С аппарата сняты телефотометры. Проведена перекомпоновка внутри гермоконтейнера. Установлены новые научные приборы. Размещение этих приборов снаружи посадочного аппарата привело к тому, что он стал неустойчив. Решение, которое устраивает всех, найдено. Стабилизирующий конус преобразует аэродинамические силы, воздействующие на аппарат так, что они демпфируют возникающие колебания. Такое устройство поможет совершить мягкую посадку аппарату на планету. Космические будни. Подчиняясь строго выверенным, неумолимым графикам, конструкторы, инженеры, рабочие решают свои, каждый раз новые, сложные задачи. Ритм буден. Он находит свой отзвук в сердцах людей, создающих космические роботы. Через год, два, результаты их труда поразят мир. Но для того, чтобы успешно достичь цели, нужно не только спроектировать и изготовить станции. Весь путь, который ждет их в будущем, они должны успеть в отведенное время пройти на Земле. А этого можно достичь лишь при четкой организации всего трудового процесса. Особенность работ по станции Вега обусловлена еще редчайшей, практически неповторимой при жизни одного поколения предоставленной природой возможности. И что не менее важно,
необходимостью непременного соблюдения взятых на себя международных обязательств по научно-техническому сотрудничеству. Как всегда, обеспечение надежного решения задачи полета требовало значительного объема испытаний. Каждая система, каждое устройство вновь и вновь подвергались самой тщательной проверке. Грунтозаборное устройство, побывавшее в автоклаве, как бы вернулось из путешествия на Венеру. В новой безэховой камере проверены на электромагнитную совместимость бортовые приборы. Проверка влияния космического вакуума и интенсивности солнечного потока на аппарат на всех этапах полета осуществлялась в термобарокамере. Испытания прошли успешно. Мощная центрифуга позволила впервые испытать полностью собранный спускаемый аппарат станции на максимальные перегрузки, порядка 200 единиц, с которыми ему придется встретиться при входе в атмосферу Венеры. Испытание совершенно новой для автоматических станций автономной стабилизированной платформы вовремя позволили найти в ней слабые места и принять необходимые меры. Подверглась воздействию гиброперегрузок. Нелегкая эта проверка. Неоднократно проверялась надежность действия всей последовательной цепочки узлов, обеспечивающих ввод в действие посадочного аппарата и аэростатного зонда. Испытания в аэродинамической трубе позволяют увидеть многое, но полного ответа на вопросы не дают. Моделировать в ней вязкость реальной среды и реальную скорость снижения невозможно. Поэтому последнее слово здесь за натурными, полномасштабными испытаниями в атмосфере Земли. Проверяется ввод в действие и работа систем аэростатного зонда.
и проверка правильности функционирования парашютных систем спускаемого аппарата, систем снижения и отделения проводится в условиях, максимально приближенным к реальным. Представим себе, что это далекое венерианское небо. Высота полета Ил-76 — 14 тысяч метров. Спускаемый аппарат сброшен. Его системы приведены в действие. Аэростатный зонд в свободном полете. Пока его еще увлекает за собой наш земной ветер. Но скоро его подхватит ветер далекой планеты. Привлечение ученых и специалистов Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии, а также Франции, ФРГ и Австрии к участию в проекте «Вега» имеет не только важное научное и техническое, но и большое политическое значение. Научный руководитель проекта академик Сагдеев и главный конструктор Ковтуненко осуществляли координацию этих работ. Обеспечение правильности сопряжения приборов, изготовленных в разных странах, друг с другом и со станцией в целом, естественно, вызвало огромные сложности. Впервые пришлось столкнуться с такой огромной, взаимосвязанной кооперацией. Именно это потребовало организации в Институте космических исследований специальной контрольно-испытательной станции. Здесь, на антенном макете имитаторе пролетного аппарата, советские и зарубежные специалисты проводили отработку научных приборов, прошедших ранее приемку в странах-поставщиках и входной контроль в Советском Союзе. На этом макете приборы сопрягаются с блоком логики и сбора информации BLISI, разработанным Институтом космических исследований совместно с Венгерской академией наук. И с блоком управления научной аппаратурой БУНА. Ответственный этап испытаний. На специальном динамическом стенде проверяется автономная стабилизированная платформа. Все этапы создания и осуществления проекта «Вега» были в центре внимания председателя Совета Интеркосмос академика Котельникова. Отработка платформы должна не только отражать процесс сопровождения кометы, но и учитывать ее динамическое состояние, определяемое и собственными вибрациями станции, и ударами частиц, скажем, о панели солнечной батареи. Комплекс научной аппаратуры на заводе. Многое уже проверено, однако отработка летных станций – это сложное и трудоемкое дело, требует массу времени, сил и энергии.
входной контроль научных приборов, сопряжение их со служебными пакетами. Приборы сопрягаются с блоком логики и сбора информации БЛИСИ, разработанным Институтом космических исследований совместно с Венгерской академией наук. И с блоком управления научной аппаратуры БУНА. Ответственный этап испытаний. На специальном динамическом стенде проверяется автономная стабилизированная платформа. Все этапы создания и осуществления проекта ВЕГА были в центре внимания председателя Совета Интеркосмос академика Котельникова. Отработка платформы должна не только отражать процесс сопровождения кометы, но и учитывать ее динамическое состояние, определяемое и собственными вибрациями станции и ударами частиц, скажем, о панели солнечной батареи. Комплекс научной аппаратуры на заводе. Многое уже проверено, однако отработка летных станций – это сложное и трудоемкое дело, требует массу времени, сил и энергии. Входной контроль научных приборов, сопряжение их со служебными системами, комплексные испытания станции – это только часть обязательных этапов процесса созидания. Конструкторско-доводочные и другие виды испытаний требуют немало усилий. Именно в этот период необходимо участие в работах многих специалистов из других организаций. И все они, сообща, с предельной отдачей трудятся над решением общей задачи. Конечный срок запуска станции обсуждению и переносу не подлежит. Комплексные испытания завершаются. Станции готовятся к отправке на космодром. Но работы на заводе по проекту продолжаются. Совещание у генерального директора НПО Милованова. Значит, начинаем вопрос по теме 5ВК. Ну, обстановка вам, по-моему, ясна. Значит, мы с вами завершили доводочные испытания, периодические типовые испытания. Значит, на сегодня обе машины находятся на техническом комплексе, обе летных машины. Значит, сейчас Анатолий Николаевич расскажет их состояние. Я хочу просто обратить ваше внимание вот на что. Значит, машина находится в завершающей стадии отработки. Время осталось крайне мало. Поэтому все вопросы, которые идут от наших испытателей в адрес предприятия сюда, должны решаться всеми службами, всеми подразделениями незамедлительно. Касается ли это противопылевых экранов, касается ли это экрана вакуумной изоляции или посылки каких-то комплектующих систем, вопросы должны решаться незамедлительно. Технический комплекс. Завершается земной путь станции. Вскоре они получат название «Вега-1» и «Вега-2». Орбитальные и посадочные аппараты проходят уже ставший традиционным большой объем отработок. Комплексные электрические испытания подтверждают правильность их функционирования.
Проверка в барокамере и повторные комплексные испытания дают уверенность в том, что и системы, связанные с герметичностью, работоспособны. Спускаемые и пролетные аппараты становятся единой станцией. Осталось совсем немного. Декабрь 1984 года. Станции покидают Землю. Они прибудут к Венере в июне следующего года. Они прибудут к Венере в июне следующего года. Задач посадочного аппарата обширен. Он исследует многие характеристики атмосферы Венеры, изучит химические и физико-механические свойства пород, слагающих ее поверхность, исследует сейсмическую активность планеты. Аэростатный зонд будет в основном изучать глобальную циркуляцию атмосферы Венеры и проведет метеорологические исследования в процессе дрейфа. В марте 1986 года станции пройдут на расстоянии около 10 тысяч километров от кометы. Научные приборы станции изучат химический, изотопный, газовый и пылевой состав атмосферы кометы. Проведут телевизионные съемки ее ядра. Станции покидают.